У переліку цьогорічних заходів до Дня міста буде традиційний велопробіг. Він пройде втретє. Організатори зберегли його статус, він буде благодійним. Але щодо організації будуть новинки, які саме будемо дізнаватися від гостей студії. Вітайте, Олена Володіна, волонтер, та Павло Гущенко. Він представник Федерації велоспорту Дніпропетровська. Добрый вечер нашим гостям. Итак, я знаю, что благотворительный статус сохранился у мероприятия, которое пройдет, да, ко дню города, но формат несколько изменился. Давайте подробнее, наверное, начнем с формата, да, что это за велопробег, велогонка. Наверное, Павел, вы, да, да. Первое слово. Скажу я. У нас традиционно проводятся велопарады в честь Дня города Днепропетровска. В этом году он будет проходить 9 сентября. Мы стартуем от площади Ленина на 8 часов 30 минут. Мы собираемся возле торгового центра ЦУМ, возле ротонды. Для всех желающих этот парад, то есть, прежде всего, можно приехать тех, кто имеет велосипед, имеет самокаты, имеет ролики. И мы все выдвигаемся по проспекту Карла Маркса до улицы Серова, поворачиваем на набережную, и так мы едем до тоннельной балки. В тоннельной балке у нас будет проходить велогонка. То есть у нас в этом году появился замечательный спонсор, это компания Maximizer, которая помогает нам, и благодаря ней мы проводим эту гонку. Гонка будет у нас благотворительной. То есть, прежде всего, это благотворительная акция. Мы собираем денежку для детей, которые больны раком. Мы хотим помочь им, хотим закупить для них оборудование, сделать ремонт в их отделении. То есть это очень, скажем так, хорошее дело. И хорошо, что спортсмены в нашем городе это поддерживают. И хорошо, что мы нашли спонсора, для того, который помогает нам. То есть вот эти спонсорские деньги именно, да? Спонсорские или каким деньги... образом вы будете собирать? Нет, нет, это не спонсорские деньги. Это каждый участник велогонки платит стартовый взнос за участие в этой гонке. И все эти стартовые взносы идут именно на благотворительность. На данный момент зарегистрировано уже больше 130 человек. То есть стартовый взнос, благотворительный стартовый взнос, рекомендованный размер 50 гривен. То есть все эти денежки пойдут именно на помощь нашим детям, нашим отделениям. А как вы регистрируетесь, где вот 130 человек эти уже? Ну, во-первых, это на сайте байк-портала, то есть это одни из главных организаторов гонки. Там уже, наверное, месяца два, да? Да. Или, может быть, даже больше, Паша даст, не даст мне соврать. Идет регистрация, и там выложено положение гонки, выложен маршрут. То есть каждый велогонщик имеет возможность ознакомиться с маршрутом, ознакомиться с положениями гонки и, естественно, подать заявку и зарегистрироваться. Давайте я предложу посмотреть. У нас есть сюжет о том, как это проходило в предыдущие годы. Расскажите, что изменилось, что нового, чтобы мы могли сравнить. Пожалуйста, сюжет. Нас много было, и все ехали ради одной цели. Но победа не важна, главное участие. 14-річний Степан коротко і влучно сформулював суть події. Всі учасники крос-кантрі перегонів «Дорога милосердя» сіли на велосипеди не лише заради власного здоров'я, задоволення чи амбіцій. І профі, і любителі, і малеча відгукнулися на заклик волонтерів, які працюють з онкохворими дітьми. Я дуже рада, що велосипедисти відкликнулись з сусідньої Дніпропетровської області і взагалі з усієї України. Там і Мелітополь, і Кривий Рог, і Харків, і Дніпродзержинськ. Скільки насправді людей вийшло 4 вересня на дорогу милосердя, сказати важко. На трасі в усіх заїздах велосипедистів було явно більше, ніж заздалегідь зареєстрованих на сайті. Але такий безлад у документації організаторів не бентежить. Це якраз той випадок, коли чим більше, тим краще. До того ж, перегони точно не останні. Людям, які цього разу тільки співчували, уже кортить стати до лав учасників. Звісно, буду участвувати, якщо в дальнейшому будуть проводитися подобні мероприятия. Якщо організатори зробили все правильно і гроші дійдуть наконец до адресата, то, звісно, це потрібно робити. До адресата онкологічних відділень різних дитячих лікарень Дніпропетровська ці гроші дійдуть неодмінно. На інфузомат або спеціалізоване ліжко цього разу не вистачить. Зате фонду вдасться віддати борги аптекам і придбати ліки. Нам йдуть навстречу наші помічники із аптек, з аптечних складів, вони дають нам лікарство в долг. Тобто, якщо дитина в реанімації і потрібно срочно лікарство, а грошей немає, то ми завжди можемо взяти їх, ну, якби в долг. Тобто, звісно ж, частина грошей піде на оплату лікарства. Крім реєстрації
традиційного внеску 50 гривень за дорослого учасника, волонтери виручили гроші за сувеніри, зроблені руками дітей, наліпки «Я допомагаю дітям» і отримали чимало нових помічників. Діти повинні бути всі здорові. Вони не повинні боліти. Це ж діти. Вони повинні бути спортсменами або ще якимось. Ну вот, собственно говоря, давайте еще раз об организации. География участника очень большая была, да, в этом году тоже ожидаете? Я вот хочу сказать, опять же, вот это был сюжет как раз самой первой гонки. Это наш самый первый был пробный шаг, и он очень удался нам. Мы собрали почти 9 тысяч гривен. Тогда это полностью вся сумма пошла на оплату медицинских препаратов. На следующий год мы собрали чуть меньше, 5,5, но тем не менее смогли купить 3 многофункциональные медицинские кровати именно для самых маленьких пациентов нашего отделения. Вот. В этом году немножечко изменился формат, но это уже Павел расскажет. Да, в этом году мы поменяли наше место поражения, и мы перемещаемся в Тоннельную Балку. Это одно из самых живописных мест нашего города и прекрасное место для отдыха. То есть мы приглашаем не только велосипедистов, не только гонщиков, мы приглашаем все семьи, кто там будет присутствовать, допустим, кто любит просто активный отдых, кто просто любит природу, кто хочет пойти просто на пикник и просто посетить это прекрасное место. К тому же, мероприятие у нас идет немножко другого плана. То есть у нас помимо того, что это традиционная гонка, сейчас у нас добавились категории. Так как компания Maximizer, которая является главным спонсором этого мероприятия, это IT-компания, которая занимается разработкой программного обеспечения для сайтов, мы сделали отдельный зачет для IT-специалистов. Среди них очень много велолюбителей и ребят, которые ведут активный образ жизни. И таким образом мы хотим объединить не только в Днепропетровской области IT-специалистов, а на всей Украине, чтобы проводилась как бы отраслевая, скажем так, гонка, то есть чтобы соревновались уже предприятия, то есть чтобы постепенно велоспорт развивался и приходил, скажем так, в сферу поддержки большого бизнеса, больших капиталов, чтобы большой бизнес вкладывал деньги в развитие спорта. Угу. Это тоже IT-специалист? Нет, я не IT-специалист, я маркетолог. Вот, смотрите, шла речь в сюжете о сувенирах, да, возможно, это какая-то будет повторение вот этого. В этот раз, да, будет небольшое количество, но будет обязательно сувениры, обязательно будут шарики, конечно же, непременный атрибут, и каждый желающий сможет обменять свои 10 гривен на шарик с надписью «Я помогаю детям». Я просто еще хочу добавить к тому, что, несмотря на то, что поменялся немножко формат, география осталась такой же широкой. То есть люди приезжают и из Киева, и из Харькова, ну, со всех городов Украины абсолютно. То есть. И в этот раз немножко сложнее, насколько я понимаю, да, Павел, трасса? Потому сложнее, что... потому что... А, трасса сложнее. Трасса сложнее. В этот раз нет у нас детской трассы, как было 2 года подряд. Сейчас у нас вообще возраст участников с 18 лет, да, если да. Я не ошибаюсь. Там и трамплины, там, ну, очень, очень в этот раз сложная трасса, очень зрелищная, поэтому я прям с нетерпением жду. Это действительно захватывающе смотреть. Вот просто преодоление себя, вот этих препятствий, сколько надо иметь силы, выносливости. Потому что, несмотря на то, что это очень зрелищный вид спорта, красивые велосипеды, яркая форма, амуниция, но, тем не менее, это действительно очень серьезная спортивная борьба. А если не спортсмены, если детки захотят принять участие, то вот они могут в велопараде, да, принимать участие? Конечно. В велопараде. Ну и плюс просто покататься там рядом с нами, пока мы болеем за все категории. Все-таки золотая осень у нас на дворе, да, там и Балка, природа, там место, да, действительно и... красивое, и, наверное, очень много людей, гораздо больше, чем как эта городская площадка, да. Да, сможет вмещать. Зачем нужно это будет в этом году? Что вы, куда вы планируете? Ну, вообще-то уже традиционно, когда люди по интересам собираются для того, чтобы поддержать больных детей, не обязательно онкологию, это и дети, скажем так, и с заболеванием сердца, и с ДЦП, и там, с сахарным диабетом. То есть это вполне нормально, когда люди объединяются, объединенные одной общей целью, занимаясь своим любимым делом, получая от него удовольствие, еще и, тем не менее, помогают детям выздоравливать. Это все-таки у нас уже традиционная гонка, 3-й год подряд, в первых числах сентября мы собираемся. То есть в этот раз мы, опять же, это уже традиционно, что 50% от всех сборов мы тратим обязательно на медицинские препараты, но остальную половину мы посмотрим. Как сказал Павел, у нас в разгаре идет ремонт в отделении, то есть нам необходимо было бы сейчас еще и окна какие-то там
поставить, чтобы к зиме у нас было тепло. Кроме всего прочего, у нас есть два ребенка, которым все еще до сих пор до конца не собрано средства. Это Саша Лозовой, который в понедельник уже вылетает в итальянскую клинику на трансплантацию костного мозга. Если до этого периода ему не дособирают всю необходимую сумму, значит, какая-то часть этих средств пойдет ему на помощь конкретно этому ребенку. Плюс Федя Гордичук, о котором неоднократно и 9 канал тоже делал сюжеты и освещал эту проблему. Мальчишка, который победил саркому, тем не менее не может ходить, потому что лечение настолько финансово истощило родителей, что сейчас купить ему протез они просто не в состоянии. Вот пока я ехала на эфир, позвонила женщина и сказала, что она жертвует 40 тысяч Феде. Я вообще так рада, то есть на данный момент мы собрали половину необходимой суммы для Федора. Федор мальчик уже взрослый, и, конечно, он очень сильно переживает то, что он не может двигаться. Но я думаю, что вот с этой гонкой мы еще больше его подвинем к тому, что сможем оплатить ему протез. Я думаю, что там не только участники, а вот и зрители, да, смогут и зрители, конечно, вносить, там будут, да, стоять, какие-то? Конечно же, как всегда, копилочки. То есть можно будет сделать какое-то посильное пожертвование. Кроме того, я уже говорила, обменять и шарик, предположим, да, там какие-то яркие браслетики, какие-то магниты. Ну, в общем, такая небольшая ярмарка все равно будет работать. Ну, поскольку это соревнования все-таки, какие-то призы же будут, да, конечно, победители. Конечно, есть призы денежные от генерального спонсора компании «Максимайзер». То есть участники поделены по категориям. Это девочки, ребята и ребята постарше, ну, уже ветераны, скажем так, велоспорта. Будут получать ценные призы от компании. То есть, и, естественно, мы будем стимулировать их на то, что можно эти призы пожертвовать уже непосредственно в копилочку, то есть и внести в свой взнос. Они небольшие, незначительные эти призы, но тем не менее, я думаю, детям нужнее. И всегда надо помогать тем, кто в этом нуждается. Дети не должны болеть просто-напросто. Да, вот мальчик сказал, да, действительно замечательно. И мы же дети, такая, они не должны. Мы же дети, да, не должны, да, дети должны вести и здоровый образ жизни. И помогают спонсоры вам. Городская власть как-то обращает внимание. Кроме того, что организовать этот маршрут вам нужно будет, да, это будет проходить улицами города пока до тоннельной балки. Это же какие-то разрешения нужны были, да, наверняка? Да, мы подали заявку в городской совет на имя городского головы и также прошение о выделении скорой помощи для проведения велогонки. Все, все поддержано, все в силе. Пока мы ждем ответа. А, пока ждете ответа. Дело в том, что очень много мероприятий и в городе, на День города, и поэтому, возможно, они не справляются. Но я думаю, воскресное утро не составит никаких проблем для передвижения велосипедистов. Все на волне позитива. Это великий праздник для города. И я думаю, нас с удовольствием пропустят автолюбители. И не будет, скажем так, конфликтных ситуаций. Тем более, главное, действующие все события будут происходить 8 числа. Я думаю, что утром 9 числа многие будут просто отсыпаться. И улицы будут полностью в нашем распоряжении. Можно поранить. Ну, давайте еще раз резюмируем, что, где, когда приглашать. Приглашайте, и будем на сегодня прощаться. Приглашаю всех велосипедистов 8 числа, 9. Прошу прощения, 9 числа в 8:30 на площадь Ленина. Собираемся возле ротонды, это цилиндрическое здание возле ЦУМа, как пристройка. Обязательно берите с собой велосипеды. Обязательно с собой велосипед, хорошее настроение. Если у вас нет велосипеда, приезжайте на роликах. Дороги у нас хорошие, мы можем проехать прямо до тоннельной балки вместе с вами. Самое главное, приглашайте своих друзей в тоннельную балку. У нас будет проходить велогонка, и это прекрасное мероприятие. То есть спортивные события — это всегда очень интересно, динамично и весело. К тому же место для отдыха просто потрясающее. Приходите на пикник, просто наслаждайтесь мероприятием, получайте позитивные эмоции и, конечно же, помогайте деткам. Да, и проявить свое милосердие, вот будет такая возможность, да, в ходе, да, благотворительной акции. Спасибо вам. Спасибо вам. Желаю удачи, чтобы все получилось, чтобы погода была хорошая, самое будет, главное. Будет, будет. Мы заказали. Заказали, да, погоду. Конечно. Да. Какие вы молодцы. Спасибо за участие. Приходите еще, и пусть все получается.